Get Movies. Канал для всей семьи. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят мишки, мими-мишки. Мишки, мими-мишки. Свистать всех наверх. Ой, Саня, смотри, у ребят там батут. Ого, в форме корабля. Саня, Соня, привет. Поможете надуть корабль? Что-то не хочется. Мы лучше подождем, когда вы закончите. Смотрите, кто не помогал надувать, играть тоже не будет. Вы так целый день надувать будете. А мы уже играем. Свистать всех наверх! Это я приготовила нам пиццу. Ого! Спасибо, лисичка! Пицца! Отлично! Идем есть, точнее, отдать швартовы. Есть, капитан! Причалить к берегу. Нам нужно пополнить съестные припасы. Да, капитан! А можно теперь мы поиграем на корабле? Нет, ребята, кто не помогал надувать корабль, играть не будет. Надо было помочь ребятам. Соня, у меня есть идея. Мы заберем корабль себе. Ну как? Очень просто. Мы переоденемся в пиратов и угоним корабль. Ха-ха, отличный план. Как же так? Я же хорошо его привязал. Смотрите, там на корабле кто-то есть. Это же пираты! Какой ужас! Не бойся, лисичка. Мы догоним их и вернем наш корабль себе. Наш корабль! Саня, что будем делать? Как что? Будем защищать корабль! Корабле. Уф, спасибо. Извините нас, пожалуйста. Ладно, мы вас простим. Но обещайте больше так не делать. Обещаем. А что делать с кораблем? Ну, это мы поможем.
популярное видео. Сегодня я сниму видео про одуванчик. Одуванчик – многолетнее растение из семейства астровых. Привет, тученце! Что это ты ищешь? Привет, Кеша! Я ничего не ищу. Я снимаю видео о растениях. Разве интересно смотреть о растениях? Хочешь делать классные видео? Ну да. Тогда снимай про изобретение. Думаешь, изобретение интереснее растений? Конечно, тученце! Ну, если ты так считаешь, давай попробуем. Что будем изобретать? Может, сделаем кормушку? Ты что, тученце? Надо изобрести что-то поинтереснее. Так-так, идея! Сделаем прыгающие ботинки. Смотри! Это Кеша изобретает. У меня не получается. Надо снимать про что-то другое. Ну, если ты хочешь снимать, то давай снимать про кулинарию. Не знаю, лисичка. Я не очень хорошо готовлю. Не волнуйся, тучка. Я тебя всему научу. Ну уж нет! Лучше тучки снимать про изобретение. Ну, тучки не выходят изобретать. Может, с кулинарией получится? Тучка, ты согласен? Ну, можно попробовать. Привет! Что делаете? Привет, Саня! Мы снимаем кулинарное видео. Только у меня не получается готовить. Это у лисички талант. Да зачем тебе готовить? Знаешь, что нужно снимать? Что? Трюки на скейте. Нет-нет, Саня, кататься я точно не умею. Вроде того. Тебе все-таки лучше снимать кулинарное видео. Это интереснее и безопаснее. Ты что, лисичка? Смотри, как смешно получилось. Да вы чего? Нужно снимать про изобретение. Трюхи на скейте. Про кулинарию. Тученце, ты решил, о чем будешь снимать? А то мы уже столько времени спорим. Времени. А ты знал, что по одуванчику можно определить время? Время по цветку? Одуванчик распускается в 6 утра, а закрывается в 3 часа дня. Ух ты! Ух ты! А из сока одуванчика можно получить резину. А еще из одуванчиков готовят варенье. Надо будет приготовить. Тучка, мы теперь обязательно будем смотреть твои видео о растениях. Оказывается, это очень интересно. Теперь я понял, что надо было сразу делать то, что мне интересно и в чем я разбираюсь. Да, Тучка, ты прав!
пиццерия. Готово! Будет работать как новенький. Вот здорово, Кеша! Спасибо! Обращайся! Ну все, я пошел, у нас футбол. Подожди! Вот, возьми с собой. Пицца! Спасибо, лисичка! Да это же лицо с улыбкой! Только носа не хватает! Сейчас исправим! Иннокентий, ты дома? Пойдешь играть? Ага, я сейчас! Где же он? Во, нашел! Футбол не убежит, а вот пицца остынет. Опа! Угощайтесь! Ого, какая красивая пицца! Ничего вкуснее в жизни не ел! Не знала, что Кеша так вкусно делает пиццу. Я? Ну, вообще-то не совсем. Не скромничай. Тебе определенно надо открывать свою пиццерию. Отличная идея. Хм, звучит здорово. Ну-ка, красиво? Красиво. Главное, чтобы было вкусно. Чур я первый в очереди. Какую пиццу ты на этот раз приготовишь? Приготовлю? А, ну, подождите. Вы подумали, что пиццерия уже открыта? Да тут же еще полно работы. Вот, например, надо сделать вывеску. И правда, без вывески никакого открытия не бывает. Вот-вот, какое же кафе без вывески? Так что приходите позже. Я же не умею готовить. Ладно, сделаю вывеску, а там посмотрим. Ну вот, теперь и вывеска на месте. Наконец-то, с открытием. Ой, вы что, уже пришли? Мне, пожалуйста, с ананасами. Я буду сырную. А с грибами есть? А с медом? Так, не все сразу. Ждите. Что же делать? Надо срочно что-то придумать. О, идея! Ой, какая досада! Электричество отключилось. Без него ничего не приготовишь. Давайте я попробую починить, а вы пока погуляйте. Что же делать? Я же не умею готовить. Всем привет! А чего это вы тут сидите? Ждем открытия Кешиной пиццерии. Вот здорово! Съезжу за лимонадом и вернусь. Что-то долго Кеши нет. Пойду-ка помогу ему. О, да тут же все просто. Ура, электричество наладилось. Ого, и правда. Кеша, готовь уже скорее. Так хочется есть. Я тут вспомнил, моя книга рецептов осталась у лисички. Я ей давал почитать. Какая еще книга? Я ничего у тебя не брала. Да? Значит, я ее где-то потерял. Лисичка, можно тебя на минутку? Я угостил друзей твоей пиццей. А они подумали, что это я ее готовил. И уговорили меня открыть пиццерию. Теперь они ждут, а я же совсем не умею готовить. Ничего, я тебя научу. Горячее. Это еще вкуснее. Кеша, ты настоящий шеф-повар. Вообще-то я должен кое в чем признаться. В прошлый раз пиццу готовила лисичка, а я только помидоркой украсил. Да и в этот раз без лисички я бы не справился. Какие вы оба молодцы!
Давайте играть в прятки. Считаю до пяти. Только чур по домам не прятаться. Договорились? Да, договорились. Согласна. Хорошо. Я считаю. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Ага! Лисичка, я тебя нашел. В следующий раз спрячусь лучше. Попался, тученце! Соня, вот ты где! Так, осталось найти Саню. Вот молодец, хорошо спрятался. Давайте все вместе его поищем. Не представляю, где Саня? Мы уже везде искали. Может, он потерялся? Давайте поищем еще. Все по велосипедам! Я сбегаю за своим домой. Никогда они меня не найдут. Здорово я придумал. Так вот ты где? Я... Саня, мы же договаривались, дома не прятаться. Ой, правда? Наверное, я прослушал. Значит, дома прятаться нельзя? Хорошо, идем играть. Раз, два, три. Так, где бы спрятаться? Где-где? Конечно, дома. Стану я вас слушаться. Я иду искать. Ой! А Саню не нашла. Мне кажется, я знаю, где он. Во второй раз они точно не догадаются. Ой, я так и знала. Саня, Саня. Ну сколько можно хитрить? Простите, я больше не буду. Саня, последний раз тебя прощаем. Обещай играть по правилам. Ладно, обещаю. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. В третий раз они точно не догадаются. Ой, ой, ой. Где я? Всех отыскала. Остался только Саня. Не хочу больше его искать. Он наверняка опять сидит дома и объедается конфетами. Да, точно. Ты права. А пойдемте ко мне играть в настольные игры. Да, да идем. Не получается. Соня, Тучка, Лисичка, Кеша, я здесь. Помогите. Саня, неужели интересно столько времени сидеть одному дома? Саня! Странно, никого. Саня! 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 Где же он? Надо его найти. Саня! 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 Где ты? Как темно и холодно. Эх! Надолго я тут застрял. Саня! Соня! Саня! Соня! Тучка! Я здесь! Кеша! Лисичка! Эй! Вытащите меня отсюда, пожалуйста! Сейчас! Хватайся за веревку! Спасибо! Я боялся, что вы никогда меня не найдете. А мы думали, ты опять дома прячешься. Поэтому и не искали тебя. Эх, не надо было хитрить. Играл бы честно, не сидел бы в яме. Давайте завтра опять в прятки сыграем. Я буду играть по правилам. Честное слово.
Снегоуборка. Сонь, смотри, как я умею. Ой, лисичка, как здорово ты катаешься. Ух! Хочешь, научу так же? Хочу, только завтра, а то уже темнеет. Пока. Пока. Ой, сколько снега намело! Снег! Ух ты! Где мои санки? А, вот они! Оп! Ух! Ну вот, сломались! Ха! Соня, можно я возьму твои? Нет, они совсем новые! Еще сломаешь! Да не сломаю! Нет, и все! Ну, пожалуйста, Соня, зачем тебе санки? Ты же хотела с лисичкой на коньках покататься. Да, хотела, но каток замело снегом. Так давай я расчищу вам каток, а ты за это дашь мне санки. Давай. Вот, надо убрать весь этот снег. Всего-то! Это я мигом сделаю. Отлично, а я пока схожу за лисичкой. Сколько же его тут? Так я до вечера убирать буду. Ха! Защищайся! Эй, не мешай, я занят. Занят? А что ты делаешь? Снег убираю. Нашел чем заняться. Давай лучше поиграем. Не могу. Я обещал Соне расчистить каток. Мне надо работать. А что если превратить работу в игру? Что тут у нас? Каток, лопата, снег. Придумал! Наша новая игра будет называться «Снегоуборка». Здесь моя половина, там твоя. Кто быстрее уберет снег, тот и выиграл. Ну что, сыграем? Давай! Считай, что я уже победил. Еще посмотрим. Цыпа! Привет, ребята! А что это вы тут копаете? О, привет, тученцы! Мы тут такую игру придумали! Нужно очистить свою половину от снега. Кто быстрее, тот и выиграл. Справишься? Конечно! У нас на севере снега, во, выше крыши. Отлично! Будешь играть за меня! Пойдет. Вас двое, а я один. Нам в игру нужен кто-то еще. О, придумал. Привет, ребята. Спасибо, что позвали. А что нужно делать? Все просто. Работать лопатой и убирать снег. Работать лопатой? Это я люблю. Стойте, так. Честно, завали не угнаться. А ты не завидуй нашей команде. Самому играть надо лучше. Нам с Валей точно не справиться. Он от природы самый лучший копатель. Ну, давайте я буду один, а вы втроем. Согласны. Давай. Вот, ничья. Эх, жаль, что снег так быстро закончился. Зато смотрите, какая большая у нас получилась горка. Ого, сейчас бы санки. Ух ты, Саня, ты так быстро почистил каток? Держи. Я не один, это мы с ребятами расчистили. Кеша придумал, как превратить работу в игру. Здорово посоревновались. Давайте кататься по очереди. Чур, я первый! Ю-ху! Оп! Молодец! У тебя отлично получается! Ю-ху!
Русалка. Как весело! Смотрите, что я нашла! Ого, как здорово! Я слышала, что такие ракушки носят в виде брошки русалки. Ха, русалки! Это же фантазии! Их не бывает! Ну и что? А я хочу верить, что бывают. Да, мальчики, в фантазиях нет ничего плохого. Ну верьте, верьте в своих русалок. Саня, Тучка, пойдемте покидаем камушки в воду. То дальше. Какая красивая ракушка. Давай еще поищем. Ха, видели? 5 раз. А у меня 8. 10, 11, 15. Что? Кеша, стой! Это была моя ракушка. Ракушка? Ой. Да ладно тебе, лисичка. Сейчас я ее верну. Лисичка, не расстраивайся. Куда же она делась? Придется нырять. Как же я устал! Что? Кто тут? Привет! Ты кто? Я Кеша! А ты? А я русалка! Русалка? Как же! Их не бывает! Как это не бывает? А я? Ого! Лисичка была права! Ой, лисичка, я же совсем забыл! Русалка, ты не видела здесь ракушку? Такую маленькую, круглую и блестящую. Прям как эта. Ой, так это же она и есть! Это моя брошка! Твоя брошка? Русалочка, миленькая! А можешь мне ее подарить, а? Подарить? Поиграем в догонялки. Может, и подарю. В догонялки? А что, давай! Не догонишь, не поймаешь! Не догонишь, не поймаешь! Это я-то не поймаю! Держись! Помоги! Меня что-то держит! Держит? Сейчас разберемся! Спасибо, что освободил меня! Пара пустяков! Вот, возьми! Дарю! Ух ты! Лисичка обрадуется! Весело мы с тобой поиграли! Приплывай еще! Ой, а где русалка? Эй, русалка! Ау! Кеша! 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 Мне что, все это приснилось? Вот ты где! Нашелся! Мы тебя потеряли! Ребята, вы не поверите! Тут такое было! Смотрите! Кеша, ты нашел мою ракушку! Спасибо! Это не просто ракушка, а самая настоящая брошка русалки! Ты же говорил, русалок не бывает! Ага, что это фантазии! Да я тут подумал, в фантазиях нет ничего плохого!
Книжное дело. Угощайтесь! Торт по новому рецепту. Очень вкусно. Объедение. Можно мне еще кусочек? Конечно. Ты, лисичка, молодец. Рада, что вам понравилось. Наверное, готовить очень сложно. У меня бы ни за что не получилось. Ну что ты, Соня, я могу дать рецепт. С ним у тебя все получится. Правда? Сейчас принесу. Ого, как много у тебя рецептов. Так, это ягодный, а это морковный. О, мой любимый, медовый. Знаешь, Соня, возьми все рецепты и выбери сама. Спасибо, лисичка. Ой, лисичка, ну кто так хранит рецепты? Так можно все перепутать или что-нибудь потерять. И правда. А что же делать? Надо все твои рецепты, лисичка, собрать по порядку и скрепить. Тученце, ты гений! Мы с тобой сделаем кулинарную книгу лисички. Здорово! Спасибо, мальчики! Быть такого не может! Это совершенно неправильный рецепт! Что случилось, Кеш? Целый стакан муки и только одна ложка сахара! Дай посмотрю. Тут так и написано. А еще написано добавить пол чайной ложки соли. Соли? Какой соли? Это вообще не похоже на торт. Может, лисичка ошиблась? Вот что значит хранить рецепты на бумажках. Конечно же, она перепутала. Лучше так. Взять стакан сахара и ложку муки. А остальное по вкусу. Нужно проверить остальные рецепты. Вдруг в них тоже что-нибудь перепутано. Тученце, сейчас мы их быстренько поправим. Готово! Осталось загрузить бумагу и распечатать книгу. Сыпа с ногами на стол. Ученце, жми печать. Какая красивая книжка у вас получилась. Спасибо, Соня. Нужно показать ее лисичке. Хотя нет, лучше я испеку пирог по рецепту из книжки и позову вас на чай. Взять банку сгущенки. Странно. Ну, раз так написано в рецепте лисички, добавить 2 стакана сахара и муки по вкусу. Ой, как странно. Так, что там дальше? Ромашки в яблочном пироге? Очень странно. Придется добавить. Привет, Соня. Уже все готово? Не уверена, что у меня получилось, но я все делала точно по рецепту из книги. Давайте скорее пробовать! Какой-то он слишком сладкий. И горький. Подождите, откуда в пироге ромашки? Я тоже удивилась, но так было написано в книге. Что-то не припомню у себя такого рецепта. Можно взглянуть? Точка, зачем ты добавил ромашки? Это не я. Кто? Цыпа, так это ты испортил рецепт. Вот бандит. Вот. Да здесь все неправильно. Откуда столько сгущенки и сахара? Это мы добавили. Мы подумали, так будет вкуснее. И немного поменяли рецепты. Теперь понятно. Не расстраивайся, лисичка. Мы переделаем книгу. Очень вкусно, Соня. Объедение. Спасибо, мальчики. Вот видите, с правильным рецептом получился отличный пирог. Молодец, Соня. Можно еще добавки? Лисичка.
имени Смеяна. Привет, лисичка! Привет, Кеша! Я тут мимо проходил, дай, думаю, загляну. Наверняка у тебя уже готов вкусный пирог. Я не пекла сегодня пирог, настроения не было. Ты даже компот не варила? Да что с тобой, лисичка? Может, ты заболела? Не знаю, мне грустно. Тученцы, вот ты где! Привет, Кеша! Давай вместе грибы собирать. Нет-нет, Тучка, тут такое дело. Что-то сегодня лисичка совсем на себя не похожа. А на кого она сегодня похожа? Не знаю. Сейчас сам все увидишь. Бежим! Ну, выглядит как лисичка. А компот не варит и ни одного пирога с утра не испекла. Представляешь? Не похоже на нее. А вдруг нашу лисичку подменили? А, кто подменил? Пришельцы! Инопланетяне с другой планеты! Эти пришельцы могут принять совершенно любой облик. Например, нашей лисички. Ой! И что же нам делать? Надо с Валей посоветоваться. Это я у него книжку брал почитать. А пока будем настороже. Пришельцы не должны застать нас врасплох. А, это вы зайдете? Мы сейчас не можем, лисичка. Да, мы попозже зайдем. Валь, а помнишь ту книжку про инопланетян? Ты мне давал почитать. «Унылые пришельцы»? Конечно, помню. Моя любимая книжка. В общем, кажется, наша лисичка – это пришелец. Лисичка? Я не верю. Так не может быть. Мы тоже не хотим в это верить. Да, просто нужно убедиться. Грустные пришельцы никогда не смеются. Точно, Валя. Значит, если лисичка – это лисичка, мы сможем ее рассмешить. Да ты чего, пришелец? Неужели ты не видишь, что никакой лисичка не пришелец? Держи, лисичка. Спасибо. Извини нас, лисичка. Мы переживали за тебя и твое настроение. Понимаете? Просто лето ушло. Валя молодец. Догадался, что наша лисичка настоящая, только без настроения. А чего она без настроения? Ну, подумаешь, лето ушло. Зато осень пришла. Грибы, листопад, красиво. Красиво, но иногда грустно. Это, Валь, мы сейчас быстренько поправим. Вот, деревья опять зеленые, как летом. Думаешь, сработает? Конечно, сработает. Ой, дождь! Не надо дождя! Наше летнее дерево, оно снова осеннее. Да, природу не обманешь. Как же нам развеселить лисичку? Привет, мальчики! Привет, Соня! Привет, Соня! И чему она так радуется? Привет, лисичка! Соня, какие красивые у тебя сапожки! Обожаю сиреневый! А я розовый! Идем скорее прыгать по лужам! Я и забыла, что осенью может быть так здорово! Мальчики, осторожно! Не испачкайтесь в зеленой луже! Похоже, лисичка больше не грустит. И радуется осени. Мне иногда кажется, что наши девочки и правда с другой планеты. Охотник!
Фиксики за привидениями. Малиновое варенье сюда. Клубничное сюда. А вишневое? Мамочки, привидение! Здорово мы его разыграли! Ага, всего-то простынка, а столько криков! Тише, кто-то идет! Привидение, говоришь? Сейчас посмотрим! Ну и где твое привидение, Валя? Тут было... Саня? Соня? А вы чего тут делаете? А мы тут это... с привидением разбирались! Что? Ага, услышали крик Вали и решили помочь! А где теперь привидение? Все, его больше нет! Мы с ним как следует разобрались! Какие вы смелые! Я бы так не смогла! Вот, возьмите! За то, что освободили мой дом от привидения! Так это, нет проблем! Обращайтесь! Какое вкусное у Вали варенье! Ага! Жаль только, что оно так быстро закончилось! Хочется еще чего-нибудь сладенького! Есть идея! Вместе по лесу идут, собирают шишки, ла-ла-ла-ла! Вместе песенки поют и читают книжки, ла-ла-ла-ла! У меня дома привидение! Ого! Саня, ты слышал? Опять эти привидения не дают покоя! Только мы собрались торт делать! Помогите мне, пожалуйста! Я сделаю вам торт! Лисичка, не волнуйся! С привидением мы мигом разберемся! Нас. Но одним прощением вы не отделаетесь. Не сердитесь, мы просто хотели пошутить. Ладно, только больше так не делайте. Не будем. Привидений можно больше не опасаться. Ура! Куколь.
Добро пожаловать в гости! Заходи! Как тут уютно! Вот тебе подарок! Спасибо! Поберегись! Еду без рук! Осторожно! Саня! Нет! Саня, ты что наделал? Бедный наш кукольный домик! Спокойно, девчонки! Я все починю! Спасибо! А это что? Как что? Это темница для врагов. Ну все, я поехал. Пока! Зачем нам темница? У нас врагов нет. Не знаю зачем. Но убрать не получается. Смотри, вон идет Кеша. Давай попросим его нам помочь. Давай. Привет, привет, Кеша. Привет, лисичка. Привет, Соня. Ты не мог бы нам помочь починить кукольный домик? Конечно! А что случилось? Да вот, Саня его сломал, потом собрал и приделал эту темницу. Саня собрал? О, ну все понятно! Ни слова больше! Я все сделаю! За дело берется профессионал! Если что-то сломается, зовите меня. Я чинить умею, не то что некоторые. Кеша, ты разрушил мой домик? Это ты его разрушил, а я починил. Вовсе и не починил. И вообще, где моя темница для врагов? Темница твоя никуда не годилась. Так что вот, я построил нормальную, с решеткой и ловушками. Это разве ловушки? Ты все не так делаешь. Ну-ка, отойди. Смотри, как надо. Кеша, а зачем тут эта штука? Подожди, еще не готово. Твой подарок! Точно! Давай поставим его на плиту. Ой, здорово! А пока он закипает, я сделаю торт. Все, осталась только вертолетная площадка. Здесь должна быть ракета. Вертолет! Ракета! А давай спросим у девочек. Эй, Соня, лисичка, вам сюда ракету или вертолет? Как хотите, нам все равно. Эй, мы же для ваших кукол домик делаем. Домик для кукол? По-моему, у вас получается замок для солдатиков. Саня, кажется, мы с тобой перестарались. Ну вот, что теперь, все разбирать? А вот и не все. Мы этот замок превратим во дворец. Спасибо! Так красиво! Настоящий дворец! Здесь у вас фонтан, здесь карета, а здесь лифт. А это темница для врагов? Нет, темницу мы переделали. Теперь это комната для гостей. Спасибо, мальчики! Обожаю походы, особенно на байдарках.
не забыл? Конечно, не забыл. Ого! Какое у тебя весло! Красивое! Это не простое весло. Это знак почета за прохождение испытаний Севера. А что за испытание? Нужно быть сильным, находчивым и выносливым. Только лучшим из медведей удается пройти эти испытания. Тогда я тоже пройду их и получу такое весло. Хорошо. Нужно выполнить 3 задания. Построить жилище, найти еду и развести огонь. Легкотня! Так, где там моя пила? Нет, Кеша, инструментами пользоваться нельзя. Погоди, как тогда испытания проходить? Подручными средствами. Ладно, уж как-нибудь справлюсь. Так я до вечера провожусь. Сыпа, не играйся с веревкой. Лодка может уплыть. Ага, Тучка не смотрит. Кеша, использовать инструменты не по правилам. А без инструментов долго и неинтересно. Грибы не найти, костер не разводится. А про шалаш я вообще молчу. Без инструментов никак. Вот если не окажется под рукой этих инструментов, что ты тогда делать будешь? Схожу за ними домой. И не пройдешь испытание Севера. Больно надо. Попал в беду! Скорее, за ним! Ой, без весла, байдак мне остановить! Кеша, держитесь! Я приплыву за вами! Фу, мы в безопасности! Не волнуйся, сейчас Тучка за нами приплывет! Цыпа, ты чего, промок? Ну где же Тучка? А вдруг ты простудишься? Надо скорее тебя согреть. Цыпа, а ну-ка помоги. Ну вот, дождя еще не хватало. Надо скорее закрыть наш костер. Голодный? Я тоже. Сиди тут, а я пойду поищу еду. Я так за вас переживал. Ну как вы? У нас все хорошо. Вот, тебя ждем. Заходи в гости. Здорово вы все здесь устроили. Ага, угощайся. Спасибо. А знаешь что, Кеша, у меня для тебя тоже кое-что есть. Вот, ты прошел испытание Севера. Что? Это еще почему? Посмотри сам. Ты построил жилище, развел костер и нашел еду. Точно! Я же говорил, легкотня эти твои испытания с Севера. Только вот с инструментами, пожалуй, было бы еще легче. Ха-ха!